Паровоз летит московский, все колеса стерлися. Ехал-ехал парабеллум, мы встречать приперлися. Парабеллум, как запел, вся станица ахали. Даже в Журавке лягушки рэпом все заквакали. Парабеллум вернулся на свою малую родину 12 марта. Группа поддержки ребят встречала их на вокзале. И хотя они были утомлены долгой поездкой, с удовольствием ответили на вопрос, что же запомнилось в столице. Никто не знал, никто ничего вообще не знал. И то, что мы вообще попали в 25 лучших, это просто нечто. Мы, когда сидели, ждали на жеребьевке, когда объявят 25 финалистов, даже не знали, попадем мы, не попадем. Нас назвали первыми. Ну, нам очень понравилось все, что было. Как бы режиссеры очень талантливые люди, очень как бы профессионалы в этом деле. Нам понравилось с ними очень работать. Они подстановку все делали так. Мы очень слушались и хотели выглядеть как достойные как бы люди на уровне всех, как бы звезды как-никак. Запомнили наших земляков и россияне. В интернете уже появилось несколько тем, связанных с группой. А значит, популярность ребят скоро накроет с головой. Мы же надеемся, что так все и будет. А пока пожелаем Ане и Ильи еще множество хороших песен и побед.